Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с вами о рюкзаках. Точнее, не о рюкзаках, а о ткани, из которой мы делаем рюкзаки. Вам, наверное, известно, что основная масса наших рюкзаков изготавливается из ткани полиэстер 900D. Но по многочисленным просьбам наших покупателей, пользователей нашей продукции, мы произвели часть рюкзаков в ткани нейлон. Почему мы это сделали? Ну, все хотят нейлон. Он прочнее, он более износоустойчив и пользуется заслуженной популярностью, несмотря на большую стоимость изделий из этой ткани. Мы довольно долго выбирали ткань, именно нейлон, в конце концов ее выбрали. Также протестировали ее в нашей лаборатории и можем с уверенностью заявить о том, что нейлон, из которого делается часть наших рюкзаков, по своему составу, по своим физическим свойствам, по всем характеристикам, максимально приближен к нейлону, известным под названием Cordura компании Invista. Мы сделали три модели рюкзаков. Это Seed M1, это Basilar 25 и третья модель Cascade 60M, но, к сожалению, я не смогу вам его показать по одной простой причине. Как только он появился в продаже, он был сразу скуплен, как говорит мой товарищ, лучшими домами. Основное отличие рюкзаков из нейлона – это наличие принтованной стропы в цвет камуфляжа. Да, оговорюсь, пока рюкзаки из нейлона только в камуфляже мультипад. Также в новых версиях рюкзаков подушки на спине и на лямках. Можете посмотреть. В старой версии Air Mesh, в новой версии нейлоновая ткань, аналог спандура. Еще раз повторюсь, пока только три модели. Это Seed M1, Basilar 25 и Cascade 60M. Также очень важно, на рюкзаки из нейлона мы даем гарантию 3 года. На этом, в принципе, все. До свидания.